Привет, Дэйв! Сегодня мне понадобится очень много плутония, так что я у тебя его закажу. Знаешь, у меня будут новые напитки в моем магазине, так что ты заглядывай, будет очень вкусно. Так, ну а теперь я отправлюсь на поиск зомби. Где же они могли быть? Зомби обнаружены. Побежали искать зомбачков! Всем привет, ребята, меня зовут Споди Догидо, и мы будем ловить зомби с красным шариком. Так, нам нужно нацелиться. Хоп, немножко не попали. Так, это что за... Как так можно стрелять-то, а? Так, одно попадание есть. Второе попадание есть. Так, немного не попали. Тихо. Есть, отлично. А, почти. Нек. Что? Я же попал. Ах ты, бабулька. Убежала от нас бабулька. Нет, что делать? Будем пробовать еще тогда. Так. Все, на этот раз как меня не уйдешь. Тихо. Нек, тут какая ты шустрая. Стоять. Все, ребят, свинка убегает, но все равно не нужно. Все, зомби пойманы. Отлично. Так, теперь идем в кафе. И смотрим, что у нас там не доставало в этот раз. Так, это можно все улучшить, но мне это не надо. Мне надо сделать побольше партий, скажем так. Всякой кузнечки. Так, тут еще занято. Ну, давайте болотного босса используем. Как бы он нам не помешает. Так, вроде бы используется. Все, да? О, уровень повысился. Отлично, ребята. Какое-то интересное улучшение, но у нас вроде бы все уже улучшено, да? Или нет? Ну да, вроде бы все улучшено. Так. И это тоже лучше, но немножко позже, а то у нас не хватит. Так, что нам теперь надо сделать? Продать товары. Хорошо, сейчас продадим. Так, сколько там стоило? 120. И еще продать вот это вот бананчики. И агентам бананчики нам не хватает. Для бананчика нужно ловить зомбачков. Ребят, пойдемте ловить зомбачков с нашим красным шариком. Так, а где мне их надо ловить? Ловить мне их нужно здесь, конечно же. Так. Ловушки. Вот это интересно, что за ловушки, как их использовать. Это, ребят, интересно. Так, давайте поменяем оружие. Или вот сюда поставим ловушку. Куда? Так, а ты кто такой? И сюда еще ловушку. Тихо, сейчас зомби выйдут. Ой, что-то споймали, да? Вот это я круто, а меня может поймать сюда? Да, ребята, может. Но мы сразу же отпрыгиваем. Так, а как бы ее забрать-то? А, можно забрать? Все, забрали одну. И давайте дальше. Так, поставим сюда. Все, мы его-то точно словим. Где у нас еще? В той стороне, да? Так, а ну-ка. Далеко же ты собралась. Стоять, мне нужны наши вот эти штуки. Сейчас. Всего забрали. И будем сейчас устанавливать. Так, только... Че? Опять? Это как так-то, а? Все, уходи. Уходи, я тебе говорю. Хоп. Поймалась. Отлично, ребят. Мы движемся вперед потихонечку, но мы движемся. И все у нас, надеюсь, получится. Так. Давайте продолжим охоту и будем искать еще кучу зомби.
Так, вот они. Что бы нам еще надо? Давайте с этим этому. Видите, ловушки как-то мне не очень нравятся. Ну, есть себе ловушки, что дальше? Так. А ну-ка, вылазь. Что из этого выстрела? Как-то быстро. Так, я не хочу, чтобы они шли сюда. Так. Готово. Ой, как вовремя. Ой, как вовремя, ребята. Так, что за птицы летают? Тихо, тихо. Давай, давай. Далеко собрались мы тут. Тихо, тихо. Опа. Есть. Спойма на нашу подругу. Так, не будем останавливаться и будем еще ловить зомби, чтобы их хватило на дольше. Или нет? Давайте последний раз сходим, слоем вот эту вот нашу бананную девочку. Зомбачка. А потом же что-то придумаем. Ух ты, их тут будет трое. Давайте сюда поставим ловушку. Так, немножко я перепутал. Тихо-тихо. Все, сразу троих. Чё-то вообще легко. Так, тихо. Куда это мы тут падаем? Мне надо забрать ловушку. Что? Так, забрали. Та-та-та-та-та. Вот и все, вот и все. Чё вы так вот просто двоих сломали? Чё-то вообще легко, ребят. Чё-то легко мы справились. Так, давайте теперь сходим в кафе. И уже выполним наше задание, которое нам там предоставили. Чтобы пройти дальше. 40 штук вот этих. Вот и все, партия готова. И что бы еще надо? Вот это, по-моему, крема. Точнее, это наш напиток. Это наш напиток. Синенький-пусенький напиточек. Поехали. Так, а мне его не хватит. По идее же должно хватить. Ну, сейчас мы это и проверим. Так, давайте, давайте, покупайте. Вон сколько товара. Куча, все, ребят. 22 уровень. Появляется новый зомби. Так, продать товары. 60 арбузиков. Хорошо. Сейчас будет готово. Все, 60 поехало. А мы с вами будем искать дальше зомби. Нужно скопать 30 таких вот интересных зомби. Так, расположение пляж. Зомби со вкусом ананаса. Это, кстати, прикольно. Смузи, лимонад. Зомби-желе, зомби-пирожное, зомби-мороженое, болотный босс. Зомби со вкусом дыни. Какой дыни? Это же арбуз, банан и ананас. Так, ананасик. Ананасик, иди сюда. Сейчас мы будем тебя ловить. Так, где это ты там бродишь? Давайте-ка их найдем уже. Ух ты. Оп, опустила. Так, ждем, пока он вылезет. Оп, поймали. Так, что тут? Сколько у вас тут много, как прям. Прям целая куча. Тихо. Подождем, подождем. Эй, куда мозг скатился-то? Тихо. Сейчас поймали, вот так вот просто. Вообще какой-то легкий уровень, ребят, получился. Так. Забираем это, мы сейчас забираем. А сколько мне нужно их штук? Наверное, 2. Так что давайте продолжим охоту. Продолжим, ребята, охоту. Поехали ловить зубочков. Так, и где вы тут? Ух ты, тут 3 сразу. Значит, будем использовать сетку. Так, двоих поймали.
Бежим. Ну, как он не прыгнул, да, кстати. Ну-ка стоять. Чего? Не уйдешь ты. Так. Отлично. Все. Как-то быстро довольно-таки. Так, сейчас мы попробуем сделать у нас ананасовое пирожное, мороженое. Не знаю, что-то ананасовое. Я еще, ребят, не проверял. Мы еще даже не выжиманку эту не купили. Так, какой-то прекрасно освежает этот тончайший вкус динамита. Превосходно утолит жажду. Динамита? Какого динамита? Вы о чем? Вы о чем? Так, 30 штук? Ого, немного ли? Нужно продать. Так, давайте зайдем в магазин. И можем ли мы прокачать? Не можем. Зато можем вот эту прокачать, которую не надо прокачивать. Окей, хватает ли нам еще? Один всего лишь зомби, что? Так, ребят, у нас остается один зомби. Мы, ребят, на этом, наверное, закончим. И в следующей серии уже добьем зомбачков и сделаем новый коктейль. Ну что ж, ребятки, с вами был Скоди Дэвиду. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите добрые комментарии. Увидимся в следующем видео. И всем пока. Всем привет, ребята, меня зовут Споди Дэдиду, и мы с красным шариком сейчас будем охотиться на зомбачков, чтобы сделать вкуснятельки, всякие пироженки, мороженки и вкусные коктейльчики. Так, давайте поставим сюда ловушку. Стоять, зомбятинка. Так, вот эти друзья, которые мне летают и мешают постоянно. Как же они, ребят, мне уже надоели. Я куда собрался? Мы в тебя попадем, гарпун у меня длинный. Так, а эту монетку? Эту монетку кто будет брать-то? Так. О, если они уйдут. Чего? Это что такое? Это что за граната? Это динамит. Ах ты, зомбачок. Что хотел сделать? А, динамит он раскидывает. Ах ты ж негодяй. Так, зомби пойманы. Продолжаем охоту. Потому что зомбачков нам понадобится много. Так. Погнали их искать. Где же вы тут бродите? Зомбачки. Так, что-то с ней... Нет, ну нет. Почему она сюда? Так. Все, далеко-то не убежала. Так, туда перенаправляемся. И тут мы, наверное, вот так вот сделаем. Чего? Фух, в самый последний момент, ребята, их поймали. Вот это да, вот это да. Это было, конечно, тяжеловато. Так, ну что, давайте отправимся в кафе, посмотрим, что у нас происходит в кафе. Что же происходит у нас в кафе? А в кафе мне нужно еще... Ой, куча всего. Так. Завершаем, но тут как бы мало. Мало. И нам еще нужно собирать таких зомбачков. Фух, ребят, как же это... Как же это все непросто-то оказывается. Ну, сейчас мы собираемся. Сейчас-то наловим их побольше. Так, меняем оружие. Хотя тут можно как бы вот первый зомбачок. Чтобы уже не сильно тратить. Тихо. Все получилось. Так, а вот тут поставим уже сетку, а то... Тихо. Да ну. Ой, ребят, нам надо оружие менять. Нам нужно менять оружие срочно. Так, а ну-ка, что делать будем? Еще нужно уничтожить мозги.
Мы их вот так вот сюда положим. Ой. Это, а как мне его достать-то? А как его там оттуда достану? Смотрите-ка. Из каких-то кустов прямо выловили. Прикольно. Так, продолжаем охоту, так как нам этим зомбачкам вообще понадобится куча. Так, я хочу взять транквилизатор. Эта штука будет покруче. Все, погнали ловить зомбачка. Так, где мой транквилизатор? Так, дружище, ну-ка, уйди отсюда. Так, вон они. Ах ты! Негодяй, ну стой! Попали. Попали ему по заднице, этому зомбачку. Все. Транквилизатор, кстати, легко их ловить. Стрельнул по-быстренькому себе. И собрал все, что нужно. О! Попали по ней, отлично. Так, у нас как-то мало ананасика было. Значит, надо еще ловить. Надо, ребят, ловить еще. Продолжаем охоту. Используем наш плутоний, который мы накопили. Так. И теперь будем здесь еще ловить. Куда бы нам поставить ловушки? Давайте. Так, вот этого уберем. Крабика. Тут ловушка будет стоять. Тут ловушка будет стоять. И тут одну, давай поставим. Так, почему я не могу их ставить? Окей. Хорошо. Нет, так нет. Чё? Это что такое? Так, сколько мы там успели поймать? Всех? Так, вроде бы всех. Чё, возьмем транквилизатор тогда? Тогда возьмем транквилизатор. И отсюда так пам-пам-пам-пам-пам. Ой, круто, круто. Он стреляет как пулемет какой-то. Просто за секунду скормалили и все. Так, пойдемте в кафе. Пойдемте в кафе и получим уровень. Сейчас продадим ананасовый сок. Чё это такое, я не знаю. Так. Все. Да, ребят, все это последняя партия, и как раз получается нам сейчас подымет уровень. Отлично. Так, давайте покупайте, покупайте посетители, оно очень вкусное и свежее. Так, давай, давай, кушай, кушай. Что еще тут надо? Все, доели? Нет? Повышаем уровень. Так, улучшение какое-то. Что еще нам нужно? Мороженка, улучшить зомбовыжималку. Сейчас сделаем. Так. Всего. Все. Один же раз улучшить. Продать надо кучу товара. Мороженок нужно. Охота на босса. Окей. Охота на босса, так охота на босса. Что ж поделать? Так, вот эта бабуля. А ну иди сюда. Так. Тихо. Почему мне не двигается прицел? Два раза. Почти. Да что ж ты будешь делать, а? Да что ты будешь ты делать? Нет, ну ты глянь. Оп. Что, да как я не поймал-то? Ах ты бабуля, на один выстрел. Так, никуда он не сбежит. Мы его все равно споймаем. Босса нашего. Я к один выстрел тебе остался. Так. Хоп. Все, готово. Немножко, конечно, позже, но да ладно. Ну да ладно. Так, в кафе переходим. Что у нас в кафе? В кафе. Нам нужно мороженку сделать. Вот так вот.
Так, сколько мороженых выпадет? 180 надо. Ух-ух-ух. Где мне взять столько мороженых? Так, вот это продадим. Что бы еще такого? Вот это продадим. Вот, вот их всегда много. Так что их тоже. Так, у нас товара как бы не хватает. Все равно, ребята, товара не хватает. Целых 700, ого. Ну что, серьезно? Так. Тут не могу, тут охота на босса нужна. Так. Так, чтобы нам на мороженку собрать, это что надо? Опять искать. Хорошо, давайте. Или нет, нет, ребята, нет, я понял. Нам нужно... Так, тихо, куда ты выходишь? Нам надо будет что-то новое придумать, чтобы мы смогли выиграть, ребята. Так что на этом мы остановимся. В следующей серии, ребята, все сделаем, все найдем. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. С вами был Господин Виду, и всем пока.